В Екатеринбурге начали готовиться ко Дню Победы. Горожанам сегодняшнего дня вручают символ праздника – георгиевские ленточки. Волонтеры раздают их прохожим на центральных улицах, как напоминание о великом подвиге. Цель – это дать людям тот символ, который обозначает воинскую доблесть, который обозначает нашу память, то, что мы помним. И мы уверены в том, что каждый человек, который живет в России, он тоже помнит о победе. Черно-оранжевые символы уходят в лед. Только за сегодняшний день в Екатеринбурге раздали 3000 лент. Чтобы отдать дань памяти героям войны, екатеринбуржцы крепят их на одежду, велосипеды, автомобили и детские коляски. Получить ленточки можно на площади Труда, Плотинке, возле памятника Ленину и на улице Вайнера. Волонтеры будут там каждый день при хорошей погоде. Акция продлится до 9 мая.